Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как отрисовывать элементы эскиза. Очень часто бывает такое, что вы начинаете рисовать, начинаете, грубо говоря, наслаивать друг на дружку какие-то элементы, и получается так, что линии не совпадают. Вот, например, я сейчас делаю горловинку. И у меня получается, что она не абсолютно совпадает с основой, с полочкой. И попасть стопроцентно в ту же самую точку достаточно сложно. Видите, один контур и второй контур, они немножечко разнятся. Есть очень простая техника, которая позволяет этого избежать и сделать совпадение контуров абсолютно стопроцентным. Что мы делаем? Мы копируем с вами основной элемент. Для этого мы смещаем с кнопочкой Shift и нажимаем Alt для копирования. Отпускаем мышку, отпускаем кнопочки. Она у нас скопировалась. После этого мне сюда нужно сделать горловину. Я рисую красивую линию, которая будет параллельна и упругая. Еще один такой момент. Чем меньше точек, тем лучше. Линия получается более упругая. Правлю ее до нужного мне состояния, чтобы линия меня устраивала. Видите, на пересечении двух фигур получилась нужная мне бейка. Что я теперь делаю? Я выделяю два этих объекта, выбираю окно, обработка контуров. Есть такая панелька. И нажимаю все разобрать. А точнее, даже лучше не разобрать, а нажать на пересечение. Таким образом, те детали, которые у вас были по бокам, они сотрутся, а то, что осталось на пересечении, останется. И теперь я получила фигуру, а именно контур, который абсолютно стопроцентно совпадает с тем, что у меня было до этого. При этом, смотрите, две линии, даже если мы будем присматриваться и бесконечно увеличивать, абсолютно попадают друг в друга. Что может быть приятнее? Используйте панель обработка контуров, пересечение, либо же разделение. Еще увидимся. Пока-пока.